Область поможет Самаре с реконструкцией культурных объектов. Соответствующее решение принял губернатор Николай Меркушкин в ходе рабочей встречи с мэром Дмитрием Азаровым. Прежде всего, речь идет о реконструкции кинотеатра «Пламя» в Прибрежном и ДК «Сатурн» на Красной Глинке. В обоих случаях восстановление этих объектов – дело социально значимое. По мнению властей, культура поможет справиться с преступностью. На все про все потребуется 141 миллион рублей. Областная целевая программа необходимой суммы обеспечит. Также на встрече речь шла о развитии городской инфраструктуры. Губернатор поддержал проект Линдовской водопроводной насосной станции. Она поможет ввести в законную эксплуатацию жилье для обманутых дольщиков. В том районе их около 3000 человек. Напомню, в августе этого года был привлечен федеральный транш 300 миллионов рублей. Работы были начаты, но чтобы продолжить, средств не хватает. И вот теперь Николай Меркушкин одобрил возможность их продолжения.